Над небом Гомеля сегодня летели парапланы. На аэродроме Зябровка проходят поборництвы Кубка Повношно-Усходней Европы «Бриллиант-фуд» по парапланерным спорте. Все лето проводятся 4 этапы споборництва у Кубка у Литве, Латвии, России и Беларуси. Право на проведение финального этапа отримала наша краина. Тренировочные полеты отбылись учора. Споборництвы пилотов распочались сегодня и завершатся у неделю. Кубок «Бриллиант-фуд» «Бриллиант-фуд» летось засновали Национальные федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России, каб вызначать мацнейших пилотов по парапланерным спорте у дисциплине «Полет на докладность». У сегодняшних споборництвах удельничают каля 40 пилотов. Самому молодшему – 17, старейшему – 68. Полеты проходят на вышине до 200 метров. Цікавость до этого экстремального виду спорту растет как у свете, так и у Беларуси. Зараз у Федерации авиационного спорта около 200 парапланеристов. Летость парапланеризм у нашей краине был зарегистрирован как официальный вид спорта. Сейчас идет подготовка спортсменов, то есть мы нарабатываем опыт, нарабатываем ту технику, которая необходима для международных соревнований. То есть наши спортсмены уже белорусские участвуют в международных соревнованиях и имеют достаточно высокий рейтинг. По крайней мере, в тридцатку сильнейших один из спортсменов Республики Беларусь ходит всегда. Невероятные виды с вышины 200 метров, интервью удельников и имены переможцев у нашем сюжете у понеделок.